Если вдруг ты купил мойву вместо семги, сейчас я тебе расскажу один топовый рецепт, как ее приготовить. А для этого рецепта тебе понадобится всего 4 ингредиента, главный из которых это мойва, которую необходимо посолить и поперчить, после чего перемешать. Отставь ее на 10 минут в сторону, а в пакет добавь пару столовых муки. Переложи туда рыбу и перемешай. А для запекания смажь пергамент растительным маслом, после чего переложи туда мойву в панировке. Запекай 35 минут при 180. За 15 минут до окончания смажь еще растительным маслом. Рыба готова, и это гастрономическое наслаждение. А еще я надеюсь, ты подписался на мой инстаграм, чтобы не пропустить новый рецепт.